ДТП в центре города. Сегодня на пересечении улицы Гоголя и бульвара Мира столкнулись два пассажирских автобуса. По словам сотрудников дорожной полиции, пострадали 8 человек, а водители автобусов в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Как рассказывают дорожные инспектора, авария произошла около 8 часов утра. Дорогу не поделили 43-й автобус и 29-й маршрут. Страшная авария, вероятно, произошла из-за невнимательности водителя. 29-й маршрут проехал на запрещающий свет светофора. Будет проводиться следствие, и виновник ДТП в процессе этого следствия после проведения соответствующих технических экспертиз будет установлен. Здесь такой подход не должен быть как бы однобоким, потому что проводится следствие. И только оно может установить виновника дорожно-транспортного происшествия. Как выяснилось, 8 человек отделали синяками и ссадинами, а госпитализировать после ДТП пришлось двоих водителей. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Медицинское учреждение города Караганды предварительно на данном этапе для оказания первой медицинской помощи обратилось 8 человек. Кто из них будет госпитализирован, пока не установлено. Причина произошедшей аварии пока остается загадкой. Кто виноват, разберется следствием. Мирамгуль Салкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».